Вот он наш котик. Все спрашивали, какой. Вот с хозяйкой уже со своей. Сёмка. Сёмка. Лапки у него зажили, все нормально. Лечим. Так что люди Златоустская булатная сталь Сергея Баранова, люди тоже с добрым сердцем. Ну и на уральские мужики способны тоже на добрые дела. Ну девушки тоже, между прочим, Сергей. Девушки уральские вообще, про них даже речи нету. Да-да-да-да. Вот наш котик. Вот наш Семен. Уже назвали, мы, да? Гулять, да, Семен у нас. Мы гулять, пока его одного не отпускаем, вот гуляем вместе с ним. Страшно, убежит куда-нибудь, попадутся ли такие, как Сергей или как я, неизвестно. Как лапки? Лапки хорошо, вот он у нас кушает, ушки чистим. Капельки капаем ему от воспаления. Хвостик маленечко еще. Ну, думаем, скоро тоже пройдет. Ну, хвостик был прям дубовый вообще был. Ну, нет, он тоже как бы уже и проходит. Подмороженный. Да. Сперва не давался, а сейчас уже и ластится. Ручки-то понравился? Ой, внучка у нас все за ним, Сема. Нравится Сема? Тебе котик? Скажи. Котик, нравится котик? Нравится? Да. Как его зовут-то? Бобо. Нет. Сема же. Сема. Сему погладишь? Погладишь? Погладь Сему. Ну, Сема, да, скажи. Лапает. Лапает.